В среду в Орел прибыла крымская делегация. Однодневный визит оказался довольно насыщенным. Цель – посмотреть, как в нашем городе организована система работы ЖКХ непосредственно с населением. Надо отметить, что это ответный визит. Весной 2015 года в Крым ездили орловские представители. Утром в среду депутаты Симферопольского городского совета и руководители местных коммунальных предприятий сначала встретились со старшей по дому. Во дворе третьего дома по улице Циолковского визитерам рассказали о том, как удается достигать такой чистой территории возле дома образцового содержания. Больше всего симферопольцам понравились подъезды. Некоторые даже начали снимать видео. Техническое состояние. Основная цель – наладить взаимодействие с жителями. И, конечно же, максимальное количество услуг, которые возможно по ЖКХ, жителям нужно предоставлять в сроки, оговоренные законом, да, или указанные законом. Но здесь, конечно, поражает чистота и поражает отношение людей. Далее по плану было посещение ЖКХ-центра. Здесь крымской делегации продемонстрировали систему работы единого окна. Возможности в одном месте решить сразу несколько вопросов.